Попасть на урок информатики с помощью одного клика стало реальностью в условиях карантина. Дагестанский гуманитарный институт открыл виртуальные двери для потенциальных абитуриентов. Ознакомиться с вузом изнутри могут все желающие, но только в дистанционном режиме. О работе вуза и тех, кто побывал в университете, не выходя из дома, расскажет Хамза Нурмагомедов. Учебные классы пусты, студенты на карантине, обучение проходит дистанционно. Это кандидат философских наук Сария Магомедовна. Она преподает английский язык. В классе только один педагог. По ту сторону экрана студенты второго курса факультета лингвистики. Они внимательно слушают преподавателя и выполняют задания. Сейчас уже мы наловчились, и студенты научились, и мы тоже, преподаватели, уже знаем, что как этим пользоваться. В принципе, наш учебный процесс никак в принципе не страдает. Обучение охватывает всех студентов вуза. Тем, кто проживает в горах, где проблемы с интернетом, задания скидывают в созданные в WhatsApp и Telegram группы. А кому техника и связь позволяет, у тех пары проходят полноценно, только по видеосвязи. Получается вот включаться вовремя? Да, конечно. Все идет хорошо. Лучше так, чем в машине. Мы используем систему Vibic Cisco. Преимущество данной системы в чем? Что она позволяет до 50 человек подключать, что мы можем один весь курс подключать, и нет никаких других ограничений. В режиме реального общения, живого общения, мы можем подключать студентов, видеть их, слушать их, при необходимости проводить опрос. Поэтому данная технология, очень считаем, что она удобная. 26 марта в Дагестанском гуманитарном институте состоялся день открытых дверей, правда виртуальные. Студент третьего курса в прямом эфире через страницу вуза общался с подписчиками, потенциальными абитуриентами. Он рассказал им, почему стоит выбирать именно этот вуз. Была возможность поехать в Москву, учиться там. И дело в том, что мой родной брат, который сейчас уже, в принципе, работает на телеканале Матч ТВ, он, когда оказался в Останкино и увидел то, как работают там преподаватели, потом попал сюда к нам, в ДГИ, и он понял, что работает, в принципе, одинаково. То есть одни и те же задания, одни и те же знания, те же учебники. И он мне сказал: «Азим, нет смысла ехать куда-то в Москву, когда ты можешь учиться здесь». ДГИ готовит лингвистов, экономистов, теологов и журналистов. По окончанию курса выпускник получает диплом государственного образца. Ну а главная особенность вуза – сочетание светского и религиозного образования. А это значит, что студент станет не просто квалифицированным специалистом, но будет обучаться в особой атмосфере, в основе которой духовно-нравственные постулаты нашей веры. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.